Вечер с демоном. Демон балдеет на моем столе. Демонище. Демонище. Большие усищи. Смотрим Эльвиру, повелительницу тьмы. Нормальная тема, между прочим. Дема, Дема, ты мой красавец, ты мой красавец, такой красивый кот, ты такой доберман пинчер, ты мой бультерьер, ах, ты моя красота, красота какая. Нос зацелованный в помаде. Ой, такой, да. Ой, такой красивый. Ой, такой золотой. Нос зацеловали демону, да? Зацеловали демону нос. Загадывайте желание, пока демон в хорошем настроении. Смотрите, развалился. Балдежник. Пользуйтесь случаем. Да? Красавчик. Красавчик. Демону сегодня новую игрушку купили, печеночку. Кто-то писал: Наташа, не кормите одними гурмешками. Так он и не ест одни гурмешки. Веселая охота, прости, уточка. Он еще печеночку ест, и мяско он ест. Все он ест. Вот. А колбасой играется, главное, скотина. Я так ем эту колбасу. Высший сорт, между прочим. А эта сволочь играется колбасой. Еще не показала. А? Давно лежал на улице, вообще обнаглел. Ничего. Колбасой играется он. Этот день и так уже хуже некуда. Я вот так вот. Такая она демонская жизнь. Ой, все мы там тесим. Ой, все мы там тесим. Демон. Честь типа рая. Демон. Ой, другой. Ой, другой. Тетка из совета. Она настроила против тебя весь город. Вот класс. Если я не устрою, смотрите, меня станет не на что. Ах ты такой неблагодарный кусючка. Ах ты такой кусючка. Ай, больно, демон, больно. Больно, я сказала, больно, я сказала. Непокорный, вот непокорный. Я говорю, покорися, не, непокорный. Все равно, скажи, мое будет сверху, и все. Вот такой кот. Все, что осталось от вашей подружки. Можете издавайтесь, не вас ждет такая же эпиляция. Илья, мне плохо. Я его очень боюсь. Да что он может сделать? У нас есть бомба и пушка. Он пудрит нам мозги. Винта. А, так значит, у тебя там пуш. А я думал, что это у тебя обычный вен. Замкнись, расстегни куртку и покажи нам свой ствол. Ну, Боже, как хорошо. Да не побоюсь. Не стоит, у него сильная отдача, сломаешь себе на этом. Хватит болтать, чепуху. Положи ствол на пол и подтолкни его ко мне ногой. Я предупредил. Девочки, вы это видели? Девочки, игры кончились. Я считаю до 10, считаю медленно, чтобы вы не сбились за счет. Давай я пушу.
Девушка у меня. И что после 10? 1, 2. Прекрати. Или тут все выйдет на воздух. 3 и 10. Сегодня воскресенье, все. Да, естественно, ребят, каждый пьет причальник. У меня был причальник. Я, кажется, вас послал в больницу к его сыну извиниться, а не ломать ему кровать. Я его не трогал, я принес ему цветы. После каждой встречи с вами этот парень попадает на коктейльный стол. Его папочка крайне обеспокоен. Не понимаю, что там могло произойти. Один-два месяца проведет в больнице.